Всем привет! Я рада, что вы посетили мой канал. Очень приятно. Заходите почаще. А сейчас я начну обзор бижутерии с Алиэкспресса. И начну вот с этих колечек. Вот это симпатичное кольцо. Сделано под золото. Но на золото, конечно, не очень походит. Оно какое-то очень желтое. Но симпатичная. Материал у них цинковый сплав, камень кубический циркон. Но камень я выбрала в таком цвете, он переливается, камера немножко передает все-таки эти переливы. Но в реальности, конечно, выглядит гораздо красивее. Покупала я его за 54 рубля 32 копейки даже. Это 18 размер. Но ссылки будут под видео. Там нельзя выбрать размер. Вот какой пришел, такой пришел. Мне подошел на этот палец. На средней, на правой руке уже не подойдет. Смотрится очень даже красиво, симпатично. Кажется не особо громоздким. Все изделия я покрываю бесцветным лаком и внутри, и снаружи, чтобы носились подольше, если кто не знает об этом. Вот вам лайфхак. Очень красивая отделка. Узоры очень красивые. Второе колечко, оно точно такого же дизайна, но под готику. Готику я люблю. Очень смотрится симпатично, необычно. Камень здесь тоже кубический цирконий. Камни были разных расцветок. Мне понравились эти. Черный мне, конечно, больше понравился. Когда... Там есть и разноцветные тоже, но я выбрала черный. Но это колечко, оно уже маленькое, 16 примерно размер. Смотрится тоже, конечно... Но оно смотрится гораздо шикарнее, чем это. Это все-таки выглядит дешево. Но вот это кольцо под готику, оно стоило всего 38 рублей. Там даже меньше было. 37,90 я уже округлила. Смотрится, конечно, вообще замечательно. Мне нравится. Тоже покрыла бесцветным лаком, чтобы носилось подольше, естественно, не мочить. Так не видно. Так видно. Также я приобрела вот такое очень изящное кольцо, даже перстень. Кольцо звучит громоздко. Это перстень. Он с пробой. 925-я проба внутри. Очень мелко, конечно, все равно не увидим. Но проба есть, имейте это в виду. Материал цинковый сплав, как у них обычно бывает. И сверху серебристое покрытие. Камень у них. Камень — это даже не камень, это пластмасса. Потому что теплая, но блестит очень красиво. Нет, это даже, мне кажется, не пластмасса, это все-таки стекло, потому что бликует, переливается грани, пластмасса так не будет блестеть. Кольцо, конечно, смотрится очень дорого, смотрится очень красиво. Это 18 размер я заказала. Очень красивый перстень. Что так, что это. Вот это колечко я, конечно, рекомендую. Покупала я его за 136 рублей 40 копеек. Но скоро у них будут скидки, оно еще дешевле будет стоить. Мне оно очень нравится. Также покрыла его бесцветным лаком внутри и снаружи. Надеюсь, поносится продольше. Ну, понятно, что за 136 рублей это, конечно, не серебро. Это просто
покрытие, которое может потом облезть. Но смотрится колечко очень замечательно. Очень красивые. Теперь хочу вам показать очень шикарное кольцо. Видите, тут бабочки. Бабочка сидит на цветочке. Вот здесь тоже бабочка, как будто крылья сложила. Вот она вверху. Бабочка крылья сложила, сидит. Камень, это, конечно, тут уже точно похоже больше на пластик, на пластмассу. Здесь тоже вот два камушка такие синенькие, красивенькие. Видно, что цветочек, бабочка. Материал цинковый сплав. Камни, они везде пишут кубический циркон. Ну, может, так оно и есть. Выполнено все очень изящно, аккуратно. Каждая деталь сделана очень качественно. Все так, очень тонкая работа. Вот камера не может передать вот этой тонкости, но на крыльях аж какие-то мелкие-мелкие-мелкие камушки приклеены или сделаны. Кольцо смотрится очень богато. И оно идет в комплекте вот с таким маленьким колечком. Колечко тонкое плетение. Внутри тоже мелкие камушки сделаны. Все вместе стоили они 162 рубля всего. Размер я заказывала 18. Бабочка 18 размер. А вот это уже примерно, наверное, размер 16. Смотрится, конечно, шикарно. Сейчас так вот сделаю рукав, чтобы было его лучше видно. Этот перстень, конечно, смотрится очень шикарно. Необычный дизайн. И вот это колечко тоже очень нежное, симпатичное. Сделано все качественно, нигде никаких заусенок, все отшлифовано. Внутри, ну, внутри вот видно, конечно, что это штамповка. Но снаружи зато очень все идеально. Я довольна этим приобретением. И вам, в общем-то, тоже рекомендую. Конечно, на фотографии выглядит красиво, но в реальности выглядит еще красивее. Бросили его просто в почтовый ящик. Очень хорошо, что дошло в целости и сохранности. Я очень довольна этим приобретением. Очень все красивенько. Теперь хочу вам показать подвески. Но этих подвесок уже, к сожалению, нет. Ссылочки оставлю, может появится, но вот сейчас заходила посмотреть их. Товар настолько хорош, что их уже в продаже нет. Но ссылки я оставлю. Они потому что смотрятся очень красиво. Под бронзу, под старину, винтаж такой, винтажный стиль. Плетение цепочки звеневое. Здесь я сначала даже на фотографиях не разобрала, но видно, что птички. Вот эти как будто какие-то отростки, это оказывается птички. Конечно, это называется кабошон. Они были разные. Вот я три разных выбрала, но там было их очень много на выбор. Этих кабошонов, этих рисунков. И смотрите, как рамочка оформлена, все сделано очень изящно. И в то же время вот этот стиль такой под старину, под бронзу,
мне очень нравится. Потом также есть вот такой рисунок. Они все одинаковые, только разные кабошончики. Птички, цветочки. Камера не может передать всей красоты, но все равно хоть частично, но видно. Потому что в реальности тут такие цветовые эффекты, такая гамма цветовая очень нежная, переходы плавные. Смотрится вообще идеально, замечательно. И вот такой рисунок выбрала. Тоже тут птички, цветочки, но уже цветовая гамма другая. Смотрятся они все, конечно, по-разному. Сделаны просто идеально. Цепочку тут можно удлинять при желании. Видите, какая длинная. Вот. С обратной стороны тоже сделано очень хорошо. Тут даже какие-то такие, как солнечные лучи. Даже с обратной стороны смотрится красиво, как кружево. Замечательно. Теперь заказала вот такую красоту. Комплект серьги. Извиняюсь, тут места нету. Серьги и кулон. Выполнено все, конечно, тоже очень аккуратно, изящно. Серьги, гвоздики и заглушки. Материал тоже цинковый сплав. Камень у них идет кубический цирконий, они пишут. Но тут, скорее всего, пластмасса. Это даже не стекло. Но так как сверху декор, то смотрится все равно идеально. А декор это выполнено. Я сначала, когда смотрела, не поняла, но видно, что это павлин, птичка. Это ее хвост. Были они в разных цветах. Цепочка плетения называется ювелирный шнур. Она очень тоненькая, такая изящная, симпатичная. Также можно делать ее подлиннее, если вы хотите, покороче. С обратной стороны выполнено тоже все очень аккуратно. Придраться не к чему и стоят такие наборы. 125 рублей. Но продавец меня еще за доставку взял, поэтому приходило извещение. Я ходила за этими наборами на почту и очень довольна, потому что этих наборов у меня два. Еще есть камушки в синем цвете. Они одинаковые совершенно по своему дизайну. Просто здесь камень красный, а здесь синий. Захотелось и того, и другого. Были также камни в зеленом цвете, в черном. Мне понравились вот эти. Дизайн совершенно одинаковый. Но у синих вот этот металл кажется потемнее. Может, за счет того, что камень темный. Поэтому и металл кажется темный. Серьги в уши вдевала, они легкие, они не тяжелые. Уши от них не болят. Их я пока еще не обрабатывала лаком, да, наверное, не буду. Сколько проносится, столько проносится. Вот здесь вот мне видно, вам тоже видно, что здесь мелкие вкрапления камушков белых, типа фиониты. И птичка, вот голова,
как царь-птица и корона у нее на голове. Вот такие замечательные изделия я приобрела. Все ссылки будут под видео. Можете смотреть, переходить. На этом я обзор заканчиваю. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч на моем канале. Всем всего хорошего. До свидания.